Привет! Сегодня я тебе покажу мои подарки на день рождения. Погнали! Первая — это алмазная мозаика. Ее подарили мне мои родители. Как видите, в ней есть очень много разных алмазиков, разных цветов. И вот такая вот она большая по своему масштабу. Вот такая картина меня ждет. Но я такое очень люблю. Также мои родители мне подарили вот такую вот красивую палетку теней. Вот только посмотрите, какие в ней цвета и какой дизайн палетки. Также вот такой вот консилер от моего любимого бренда косметики. Он просто супер. Моя подруга Карина подарила вот такие красивые серьги с кулоном из серебра. Также мои родители мне подарили вот такой красивый шоппер с красивым силуэтом девушки. Моя тетя мне подарила вот такую вот сумку. Посмотрите, какая она красивая. Она очень вместительная и удобная. А моя подруга Армине подарила вот такой красивый браслет из серебра. Также моя подруга Армине подарила мне вот такой розовый кошелек, он очень красивый. Моя другая тетя подарила вот такой красивый кулон, девочка с шариками. Мне еще подарили вот такой гель для душа. Моя подруга Мари подарила вот такой кошелек. И еще патч для глаз. Ну а это все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, ставь лайк и подпишись.